Здравствуйте, я вас слышу, а вы меня, наверное, нет, да? Камон, плей! Что такое? Доиграйте вы в футбол, ёлки-палки. Зартан! Сука, ты что делаешь? Ай, це наш футбол, я не могу просто. И все громче от скамеек запасных стал раздаваться рев крупных хищников. Полетел! Почему не играешь? Кто не выезжаешь? Ты уже не капитан, иди на... Спрашивать будет с меня, а я буду с вас спрашивать. Работай сначала! Мы с сегодняшнего дня таблицу вообще не смотрим чемпионата Украины. Меня она не интересует. И вас тоже. И на базе ее не будет. Шабанов! Шабанов! Я тебя говорю, ты Ну что за баран в этом финале? Ты че, сука, ебаный в рот? Да убирайся! Я тебя не тяну! Виталий Курцян. Перший его вихід. Куда ты прибежишь? А зачем поднимать? Забыл, как зовут? Максим. Маш, а зачем поднял мяч? Куда вы? А задел сделать не получилось. А если ты сюда увидел бы ход, то я бы позвонил Мауриньо и сказал, что Жозе, забери, у нас есть защитник, который великолепно играет. Двигать фишками ему настолько нравится, что иногда даже подручные средства идут в ход. Наш центральный захисник, а тут Міщенко. Вот тут. Він вискакує, забуває. Позиція неправильна. Ви тут зараз будуть на стороні. Давай, давай, чуть-чуть. Говорить із Флорентином Матеєм. Вот так Виталій Кварцяний мотивирует свою команду на игру. Я ще сказав! Он отмороженный совсем, блядь. Надо же приходить, наверное, не п'яним на тренировку. Пьяных людей я тренировать не умею. Я делаю все, что я могу. Выпивший все равно форму не теряет. Самолета, приехав на базу, сев на машину, поехали в ресторан. И начали готовиться к Кубку Украины. Просто мне нравилось пиво пить, чем кока-колу или водку. Кто ты что перед игрой? Пил, употреблял, бухал. Пил, употреблял, бухал. Могу 3 литра выпить, могу 5. Очень отвратительно я тогда выглядел, очень отвратительно. Первые 15 минут я даже не коснулся ни разу мяча. Я и Тёма, мы подвели команду. Я неспокойно поеду сейчас домой курить траву. С болистом я отношусь как к детям. Игорь, блядь, почему ты там стоишь, блядь? Ты чё дуркуешь, ты, ёб твою мать? Я их люблю. Ты первый, блядь, там должен быть, блядь. Ходишь там, ёбаный в рот, блядь, рассказываешь что-то, блядь. Балан, ёбаный в рот, блядь. Я их люблю просто как детей своих. Что вы этих дебилов держите, блядь? Не стреляйте у пианиста, он играет, как умеет. Успокойся, возьми на бедро мяч. Куда ты ногу суешь, свою корявую? Ты столбовый, вообще. Месси – это нападающий. Неймар – это нападающий. Педро – это нападающий. Суарес – нападающий. И ты нападающий. А быстрее, пойди по-мужски, сука. Обыграй, блядь, человека, нахуй. Ножки, блядь, нахуй, как в балете, нахуй. Что, как вы хотите в футбол играть, блядь? Вы повинны быть хищниками в штрафные нападники. А вы – кролики. Принимаешь мяч и не думаешь ни о чем. Думай раньше, принял мяч и думай, что делать. Ау, где пизда вас подкал? Нет, нахуй, ты знаешь, вам Омеха подкал. Ты знаешь, я 40 годов. Как видим, эмоциональность Виталия Кварцяного колеблется в диапазоне от 65 до 81 децибела. Немножечко всегда мог. Заканчивалось все угрозами. Кварцяный настоятельно советовал коллеге Сачко не приезжать к нему в Луцк.